First, I want to say that the PowerPoint presentation which I used in order to create this video was made by Dr. Vinay Kumar Pandey. He's a geologist, and I think you can contact him via LinkedIn or Facebook if you like. Хочу сказать, что презентация PowerPoint, которую я использовал для создания этого видео, была сделана доктором Vinay Kumar Pandey. Он геолог, вы можете связаться с ним через социальные сети, я думаю. I have also used the presentation of Raunak Kapoor. All these presentations can be found on this website, slideshare.net. Также я использовал презентацию Раунака Капура. Все эти презентации вы можете найти на сайте slideshare.net. Hi dear students, today's lecture is the introduction into engineering geology. Здравствуйте, сегодняшняя лекция – это введение в инженерную геологию. Let's get started from the basic definition of what geology is. Geology is a science and it studies earth structure and the origin of Earth and its age. Also, geology deals with evolution, modification, and extinction of different surface and subsurface objects like mountains, plateaus, plains, valleys, basins, caves, rock formations. Ну, давайте начнем с основного определения. Геология – это наука, которая изучает структуру земной коры, а также различные физические объекты на ее поверхности. Геология занимается изучением происхождения Земли, оценкой ее возраста. Геология изучает возникновение, развитие, изменение различных природных объектов, таких как горы, плато, долины различные. Но это то, что находится на поверхности Земли. Также геология изучает физические объекты, которые находятся под поверхностью Земли. Например, пласты горных пород. Objective of engineering geology. Engineering geology enables an engineer to understand the geological features of the area of construction that is absolutely essential for a safe design and construction of civil engineering projects. Инженерная геология позволяет инженерам понять геологические особенности той области, в пределах которых производится строительство объектов. И это очень важно для того, чтобы обеспечить надежность и безопасность любого инженерного проекта. And the main aim of an engineering geologist is simply the protection of life and property against damage caused by different geological conditions. Принципиальной целью инженера-геолога является защита жизни и имущества от вреда, который может быть вызван различными геологическими процессами. It should be highlighted that in all types of heavy construction jobs, such as buildings, towers, and so on, but for example, what is also important for us petroleum engineers, laying of pipelines for oil, gas, and water transport, complete geological information about the site of construction and about the natural materials of construction is of high importance.
Нужно сказать, что во всех видах конструкторских работ, а также в строительстве различных объектов, и что особенно важно для нас, нефтяников, например, в строительстве трубопроводов для нефти, газа, воды и других объектов нефтяной инженерии, необходимо иметь полную геологическую информацию того объекта, в пределах которого производятся строительные работы. А также необходимо иметь информацию о природных материалах, которые используются в строительстве. This is the first part of petroleum geology. This is the first part of engineering geology, I should have said. Можно сказать, что это первая часть инженерной геологии. The second part of engineering geology is, of course, hydrogeology. Второй частью инженерной геологии, конечно же, является гидрогеология, in which geological information is of tremendous importance in exploration and exploitation of water resources of a region from surface and subsurface reserves of water, в которой иметь геологическую информацию о том объекте, в пределах которого происходит эксплуатация водных ресурсов, из тех источников, которые могут находиться на поверхности, а также под поверхностью земли, это тоже очень важно. Без полного понимания такого процесса, как water cycle или водный цикл, это без понимания этого фактора невозможно эффективно планировать и осуществлять инженерные проекты, связанные с эксплуатацией, использованием водных ресурсов. Without the understanding of water cycle in all essential details, it is impossible to design and effectively execute any project which involves the usage of water resources. Now let me show you several pictures which will demonstrate the importance of geological studies within an area at which a construction job is executed. Сейчас я бы хотел показать несколько фотографий, которые демонстрируют важность изучения геологии той области, в пределах которой производится строительство какого-либо объекта. For example, this picture demonstrates road damage due to the shrinkage of subsoil. Эта картинка, эта фотография показывает нам разрушение дороги, которое произошло не по причине землетрясения, а по причине сжатия грунта под дорожным покрытием. Оседание грунта. Shrinkage of subsoil означает оседание грунта. Или сжатие. Shrinkage. Это сжатие. This road was constructed on a slope and eventually the road was damaged by rock and soil which goes down the slope with water. Эта дорога была построена на склоне, и она была разрушена со временем по причине того, что по склону спускается горная порода вместе с водой и со временем разрушает дорожное покрытие. This picture shows us a village which is endangered by very intensive water flow in this channel, and this slide was formed due to the flood. So this happened due to the loss
and the lack of safety awareness. Здесь мы видим деревню, которая подвержена опасности из-за этого сильного потока воды, и данный обвал образовался за счет воздействия сильного течения в этом канале. Зеленым отмечена область, которая подвергается опасности следующего обвала. Это случилось по причине того, что люди просто не учли такую возможность с учетом геологического строения поверхности данной области. Можно было предвидеть, что это случится. Значит, почему все это случилось? Во-первых, poor subsurface condition. Неблагоприятные геологические условия для строительства объектов subsurface, под землей, уже были в начале неблагоприятные геологические условия для строительства объектов. То есть где-то грунт проседал, как на первой фотографии мы показали. И что, наверное, самое важное, structure constructed without proper study of deformability. Объекты были построены без проведения соответствующих исследований по deformability. Прямой перевод — деформация, способность деформироваться, то есть того пласта горной породы, на котором данные объекты строились. То есть не были изучены механические, физические свойства грунта, и не была произведена оценка, а выдержит ли этот грунт ту нагрузку, которую на него будут оказывать построенные объекты. Я думаю, эти несколько слайдов, они показывают на самом деле важность такого предмета, как инженерная геология, и чем занимаются инженеры-геологи. То есть engineering geology is the application of geology in design, construction and performance of civil engineering works. Инженерная геология – это применение геологии в проектировании, строительстве и обслуживании инженерных объектов. И что самое важное, soil rock deformability pattern stability are main concern of engineering geology. Основной задачей инженерной геологии является изучение физических свойств, способности деформации горных пород или soil, грунтов. Ну, здесь можем поговорить немного об истории. The first book entitled Engineering Geology was published in 1880 by William Penning. Первая книга под заглавием «Инженерная геология» была опубликована в 19 веке, 1880 год. The need for geologists on engineering works gained worldwide attention in 1928. Мир осознал, что нам нужны геологи-инженеры, в 1928 году, with the failure of the St. Francis Dam in California and the loss of 426 lives. После того, как в Соединенных Штатах, в Калифорнии, была failure, сломалась, разрушилась плотина, что унесло жизни 426 человек. I hope we will talk about the failure of the St. Francis Dam in California in future, because this is an interesting case study. Я думаю, что мы с вами в будущем разберем разрушение этой плотины, потому что это важная тема изучать.
инженерную геологию на реальных примерах. Например, в интернете есть такой очень интересный сайт, который называется Dam Failures, разрушение плотин. Здесь есть секция, называется Lessons Learned, уроки, которые мы усвоили. И есть case study, так скажем, это разбор, подробный разбор. Saint Francis Dam, Калифорния, 28 год. Description and background, описание того, как это случилось, по какой причине, что можно было бы сделать, чтобы избежать этого. Я хотел бы провести отдельную лекцию на эту тему, наверное, на этой неделе. Просто чтобы продемонстрировать, just to demonstrate the importance of engineering geology, просто чтобы продемонстрировать важность этого предмета –